Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов провели месячник по работе с должниками-алименщиками. Работа по взысканию долгов началась еще в мае месяце. Связано это с приближением сезона отпусков, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Вот самый действенный метод в борьбе с должниками. Наступает летний период, наступил уже сезон отпусков, и, соответственно, ограничения права выезда, они, наверное, более актуальны. Значит, большое количество должников выезжает за пределы Российской Федерации для отдыха. Ну и чтобы, как говорится, выезжали без долгов, такая мера действует. Это алименты, имущественные налоги, потом все судебные решения суммы до 10 тысяч. За последнюю неделю три должника по алиментам оплатили задолженность, и ограничения были сняты. Рейды приставов все чаще стали проходить совместно с другими управлениями. Например, сотрудники УФССП стали нередкими гостями на постах ГИБДД. Да и в областной налоговой. Взаимодействие структур облегчает работу судебных приставов. 8 тысяч нерадивых папаш и около 300 таких же мам. Такими были результаты по окончанию месячника. А ведь днем раньше во всех странах отмечался День отца. Вот такие у нас в регионе есть папы. Только и могут, что демографическую ситуацию поддерживать. Но только не обеспечить материально. Ну, как говорится, и на том спасибо.